друзья, напоминаю, вы находитесь в лицее «Ученый фитнес» на первом 2018 слете специалистов фитнес-индустрии «Митохондрия 2018». И у нас для вас в честь праздника Старого Нового Года сюрприз. Специальный гость. Доктор биологических наук. Профессор. Илья Павлович, прошу. Это один из ведущих регуляторов адаптационных возможностей организма и выносливости организма в критические ситуации. Я очень рада, что на митохондриальные процессы сейчас обращают в спорте большое внимание. Действительно, это очень важно. Потому что это та основа нашей жизни практически. И поэтому важно очень внимательно, чутко и серьезно очень относиться к состоянию митохондрий в организме. На слете специалистов фитнес-индустрии снова специальный гость. Это звезда смешанных единоборств. Лучший боец России по версии Валетудо. А чемпион Беллатор. Действующий боец UFC, находящийся в топ-10 в мире, Александр Волков. Поприветствуем. Во-первых, могу сказать, что было очень интересно. Я прослушал очень интересные доклады, которые в большей степени скажутся, наверное, и на каких-то изменениях в моей подготовке. Вот. Также посетил непосредственно фитнес-лицей «Ученый фитнес». Очень понравилось здесь. С удовольствием бы нашел время, чтобы сам позаниматься, поэтому рекомендую всем, кто хочет развиваться дальше, кто хочет учиться чему-нибудь новому в области фитнеса, правильным вещам, приходите сюда, в «Ученый фитнес». Мероприятие очень понравилось, все супер провело. В принципе, увидел в Инстаграме у вас пост. Ну, очень продуктивно, много информации новой, какие-то старые вещи, которые, ну, были вопросы по ним, стала какая-то ясность. По питанию интересно было, ну и в целом, конечно, по митохондриям, потому что я сам как тренер и постоянно ищу какие-то новые вещи, ну, чтобы как-то они на практике помогали.